Привет, друзья! Сегодня что-то так голова болит. Вчера приехали с дачи. Вообще я так устала. Невозможно устала. В субботу замечательная была погода. Сняла вам кусочек влога на даче. В общем, сняла вам кусочек влога, Алиска хулиганит. В воскресенье вообще погода моментально испортилась, стало холодно, дождь, тучи, дождь, ветер холодный. В общем, сегодня что-то... вчера ехали еще неимоверно долго, 3 часа простояли на переезде до Жуковского, там неимоверная очередь, вот 3 часа просто ехали, там был 2 аварии, но мы их как бы не застали, только одну мимо проехали, там чуть-чуть поцеловались двое. А перед этим была авария, там разбитые фары мы проезжали, но стояли 3 часа просто. Домой приехали уже в районе часа, я легла где-то около 2 и нифига не выспалась, я проспала на 2 часа, встала не в 8, а в 10, почти в 11, голова болит, не знаю, видимо, из-за того, что я вот сместила вот этот график, ложусь, встаю, или просто реально, не знаю, может, сегодня какие-то магнитные бури, но башка болит страшно, вот тут вот над лбом, вот здесь спереди вообще неимоверно болит. Вчера еще туда ехали, Алиску я посадила в переноску, но она отвыкла окончательно за зиму ездить, ну, в машине в переноске. Ей стало плохо, ее рвало вообще по-страшному. Вот, да, домой, когда уже на дачу приехали, она весь день спала, вышла уже под ночь, немножко побегала и опять спать ко мне в ноги легла. А вчера ехали, когда собирались, не знаю, видно будет или нет, она меня всю расцарапала, вон на этой, на шее. Не хотела лезть в переноску, пришлось ее брать на руки. На руках она прям вцепилась в меня, как будто я ее убивать собираюсь. Вот, в общем, ужас. Вот, я думаю, видите, у меня на заднем плане такая ободранная стена, это перед отъездом в пятницу я воодушевилась и начала уже какие-то задатки ремонта, то есть я больше половины комнаты ободрала, убрала плинтуса, убрала все винты и прочее такое со стен. Сейчас покажу кусочек. Вот. Если интересно, я сниму видео, хотя, в принципе, я планирую такое отдельное видео про всю комнату, потому что очень много было комментариев, даже не про всю комнату, а про всю квартиру, очень было много комментариев по поводу фона. Вот. Но я думаю, что отдельное видео на эту тему будет. Все-таки я решусь его снять и показать, потому что это для меня важно. Вот, в общем, вот у окна я еще вот здесь вот не обдирала. Вот, можно сказать, только больше половины. Вот, и вот здесь вот. Вот, тут я переставила сюда, что у нас стояло из всяких там мебель или что-то разборное. Вот, стол так и стоит, там у нас еще рассада виднеется, и здесь вещи на полу, это то, что часть от моего переезда, часть вещей уедет на другую квартиру к брату, там вот, в частности, вот эта тумбочка уедет, там пара коробок уедет, вот, это 2 мешка с мусором стоят, дверь тоже на выброс пойдет. Вот, в общем, вот так вот пока что выглядит это все. Но, по крайней мере, подвижка уже есть. Ребятки, всем доброе утро.
У нас 9 утра, и мне уже пора завтракать. Сейчас хочу сделать салат. У меня валяется вот такое мясо. Сурими. Авокадо, который я показывала. К сожалению, выбрать в Москве правильно авокадо невозможно. Я почитала на разных форумах. Оказалось, что у меня недозрелый. Я вот тут второй авокадо положила просто на столе. Ну, прочитала, что если оно полежит где-то 2-3-4 дня, то оно дозреет. Вот. В общем, посмотрю. Как бы не очень хочется грызть зеленые авокадо. В общем, я решила, поскольку этот я уже разрезала, сделать салатик. Мясо, 6 яиц, полторы половинки авокадо, 1 целый огурец и сметаной заправлю. Такой белковый салатик. И еще у меня осталось немножко творожного сыра. Получится где-то на один гречневый тост. Вот. И зеленый чай. Такой у меня вкусненький, свеженький, зелененький салатик и в целом завтрак. Ну вот, друзья, такой у меня завтрак получается. Творожный сыр получилось растянуть на 2 тоста, поэтому не стала его оставлять, он уже давно стоит, поэтому доем. И вот такой салатик еще посыпала зеленым луком. Соль я не добавляю, поскольку в качестве заправки сметана, а она, в принципе, кисло-соленая такая. Ну и будет еще зеленый чай с ягодами земляники. Он сейчас заваривается. Вот так вот. Друзья, сейчас покажу вам такой ужас. Это капуста, которую продают в Магните. Может быть, и в других магазинах. Мы купили ее буквально вчера или позавчера. Вот. Видали, какой ужас? Даже нет, да, позавчера купили, и вчера я ее разрезала. То есть, ну, я думала, что вот эта вот гнилушка, она только сверху. Когда мы разрезали пополам ее, оказалось, что вся сердцевина гнилая. И остался только вот тут кусочек сбоку нормальной капусты, но вряд ли ее будешь есть, потому что общий запах от нее идет. Просто ужас. Как будто, я не знаю, знаете, эти целая банка окурков стоит в кухне. В общем, точно буду ее выкидывать сегодня. Потому что здесь вообще ничего выудить из нее вряд ли получится. Вон страшная какая. Так что не берите капусту. 10 раз посмотрите. Меня смутило то, что у нее вокруг кочана, то есть не вокруг кочана, вокруг вот этой ножки, которая торчит, да, были вот эти вот зеленые ростки. То есть я прям чувствовала, что капуста какая-то уже бэушная. Вот так оно, в принципе, и оказалось. Так что будьте внимательны в магазинах. Только свежую, только молоденькую берите. Старую капусту. Мы брали старую, чтобы поквасить ее. Ну вот, поквасили. Друзья мои, вы гляньте вообще, что за окном. Это ужас. Там просто стеной идет дождь, и ничего не видно. А порывы ветра такие, что просто ужас. Холодно.
ветер, вот если, ну не знаю, на камеру, наверное, не видно, но когда ветер дует, дождь, вот эти капли, они не вертикально и даже не под 45 градусов, они как будто горизонтально капают. В общем, кошмар. И это, блин, произошло буквально за пару минут. Ну вот за 5 минут сменилась погода. Только что было солнышко, и вдруг налетела серая туча, все затянуло. Смотрите, небо серое. Все затянуло моментально. И ливень. Люди разбегаются. Потому что никто не ожидал, что вообще такое возможно. Кошмар. Сейчас по телевизору говорили, что на Москву надвигается ураган. Это вообще кошмар. Не знаю, видно вам, что капли вот прям стеной такой вертикальной передвигаются. Даже не вертикальной, а они как бы капают горизонтально. Не знаю, видно вам вообще. Кошмар. Я такого урагана давно не видела в Москве. Вау! Да. И еще молния как сверкнет, громко грохнет. Ужас. И холодно, главное, стало холодно.